если, милики, вы видите, что вы не можете забежать и бить босса, отбегите от босса. Просто не задыхайте. Я домой побежал. Разбавил автоматику. Все, собрались. Скай. И как там, где там, что там? Прибавните шамана. На ней пристабафа нету. Хрипатый. Хрипатый афка что. Просто, ребята, я даже не знаю, как вот, ну, как добиться, достучаться. Да все, ладно, ну хватит, но это уже дезмораль пошла. Я за мораль отвечаю, ребята, улыбнулись все. Я не про то, я про то, что вот, когда человеку понятие придет. Ты не ДПС потеряешь, ты просто мертвый лежишь, понимаешь? А мертвый... Да, да, Войт, мы это поняли, мы это поняли. Да, да. Но это уже... Одно и то же, по кругу пинаем всех. Сейчас нас это... Убьем. А где у нас хрипатый? А, хрипатый курить пошел. Хрипатый ФК. Хрипатый написал, что курить пошел. А, да? Охуенно. Ой, блядь, ну это пиздец, ну как, блядь, ой, нахуй. Вот все, вот. Тихо, блядь, ты за дезмораль там отвечаешь, давай. Так, да, вы да, тут да. Устроили, успокоились, да, полтишок получил, все улыбку поймали, что это ГП не ваше. Вот, собрались, посмотрели на красивый пол. Кто-то... Что, типа, ну, АФК просто так, типа, я отошел, типа, так можно делать? Нет, по-моему. Ну, типа, да, так нельзя делать. Смотрите внимательно на пол, и у меня, внимание, вопрос. Кто может такой же мне в хате залепить? Я. Да, напиши мне после рейда. Я тоже за такой заплатил. Напиши мне после рейда. Потом, блядь, еще кару там нарисовать, нахуй. Можно пиздить кару? Ты мимо, сейчас флут нужен. Тут, видишь, все срутся, лучше буду пиздить я, нежели, чем будет война в голосовом. Да, повеселитесь. Короче, зальешь себе такой пол, нарисуешь кару и дырку, чтобы это, когда за хавчиком в холодильник идешь, чтобы оббегал, короче. Давай, чек. Хрипатый пришел. Да. Тут, тут все готовы, ДБМ. Чекаем смерти от кары сейчас и все. Да, смотрим под ноги, бегаем аккуратно. Непостижимую даже для величайших. Чекам еще долго. Черт его знает. Понял. Право еще сыграть будем. Сейчас появится. Звезды помогут мне. Понял. Жду. Доигрываем, добиваем. Прохилите Саработ. Мастер раунд, дайте. За боссом играем. Поставил метку. Добиваем. И который возле мили сейчас играем сразу. Милизона, смотри. Скрин аккаунта. Хипатый. Звезда там умирает. Отбежали от кары. Смотрим внимательно под ноги. Добиваем последнее. Обейте босса, я завожу завезде, я помогу. А, все завели. Перед боссом дырка. Играйте по боссу до конца все. Смотрим, перед боссом дырка, туда заходить. Кара. Все, забираю. Играйте пока по боссу. Подходим ближе к боссу, чтобы зайти. Заходим. После кара добьем. Кара. Созвездие хрипоты. Играем. Перед боссом звезду поставил. Играем. Танки осторожно. Добиваем. За боссом. Ой, припад, если не запри, еще раз. Поднимаю. Берегитесь.
После кары. Кара отошли, кара отошли. Стою. Поднимите меня по хп. Возле босса сразу. Хепаты забери. Забафайте меня, пожалуйста. Хрипоту. Хрипоту. БР, БР, протест. БР Хрипатова. Берегитесь. Возле танка. За боссом. 4 стака. 4 стака, 4 стака. Хрипаты. За боссом, смотри внимательно, разбивается кара сейчас. Мелизона, осторожно. Мелизона, осторожно, танки осторожно. Берегитесь. Кара, подошли. Суровые. Спрятались, спрятались, спрятались. Правую добиваем и потом играем по боссу. Дальнюю сейчас добиваем. Забрал. 40% у босса можете перевести, если что. Все, играем по боссу. А, добивайте все. Мастер аур, мастер аур. Блять, как. Сука, что бьет, нахуй. Что делаете, блять? Боссы все. Идеально, есть пэр? Тут пол рейда упало. Пол рейда упало, да. Еще. Я хуй знаю. Смотри, почти убили. Да. Очень хорошо. А как хилы у нас умерли сейчас? Ну, я да там две кары было, там никак не выжить, там две кары одновременно взорвались. Кто-то просто два человека начали в левую бить, а правильно били по звезде. А, ты имеешь в виду две дырки? Ну типа одновременно прям, они секунда в секунду две умерли. Падаем, 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 корнес, корнес. Да, надо еще разок. Сейчас БР и КД будет 8 минут. У нас куча туда нет, мы просто по ДПС сейчас не пройдем. 8 ДД у вас не хватает. Ждали 2 БРа нормально? Или вы ждали? Да при чем есть там у вас после... Не, вот у нас сейчас 2 хила. Ну 2 хила это не проблема на данной фазе. Вы почти его перевели. Значит сейчас переведем. Ребята, когда мы в прошлый раз, когда мы его убили, извиняюсь, конечно, тоже началось такой же самый трэш, и в итоге мы его убили. Серега, ты что-то кипишуешь? Ребята, там, ребята, просто кипиш начинается. У вас не было, играть. у вас был живо 2 хила и умер один танк почти, и он умер через 15, ну, там 5 секунд где-то. Ладно, не ладно, было... это самое, протест, у тебя есть БР? У него есть БР, да, но он не дал его. Я смотрю, идеально вместо него дал, получается, да? Скажите, что на фазе происходит, что там, что-то меняется, не меняется, что происходит? Нет, да, там просто манекен босс. 20%, 20% когда доводишь, исчезает весь трэш. Звезды, созвездия, все исчезает. Просто стоишь и бьешь, да? Вот мы после... Ну и прятаться от этого сурового надо. Вот мы, смотри, после второго сурового, если мы весь рейд 25 доживут, мы просто выходим, прекращаем играть звезды и просто бьем босса. И там уже один невер может подбить какие-то самые лоу хпшки. Нам не надо было даже сейчас, вот если бы мы правильно сыграли, все, мы бы сейчас убили его. Хорошо, отлично, все то же самое делаем. Давайте. Да. Победный. Не ту просто бить начали и все, и там пиздец. Сейчас. Возьму а там... может ты себя вот метки поснимать, чтобы метка была только на звезде? Потому что, не знаю, мне мешает. А зачем на зорком вот, например, звезда? Я вообще не понимаю, зачем метки на людях. Ну они мешают, реально. Ну давайте побираем. Мешает. Фласки проверьте на себе, кто масло не намазал, намажьте. Показку не бафну, бафните. Кто шутку не пошутил, пошутите. Закончился, держи по файлу.
Ну что там у нас? Мы за час остальных закроем? Конечно. СС есть? По друидам раскиньте, кубок воида. Я по хрипатому дал. Тоже пойдет. Играем по правой. Поставил звезду. Добиваем. Звезду играем. Сразу за боссом. Доигрываем быстрее. Осторожно, милизона, осторожно. Отбежали. Берегитесь. Хорошо, кара, дошли. Играйте по боссу пока. Добиваю. Забираю, иди бей. За боссом. Смотрим, за боссом сзади. За боссом дырка. Смотрим внимательно. Подтянулись к тебе. Хватайте, забираю. Сейчас кара будет, не бейте пока звезду. Разбежались. Отошли. Начинаем играть по звезде. Поднимите рейд по ХП. Да, протест вон в Исполине, БР. Поднять рейд. Дайте мастер аур. Мастер аур. Карнес. Карнес умер. Тём, поднимите давай этот по ХП. Звёздочка добиваем. Протест, как Карнеса подними. БР. БР по фулле пау, пятая пати. Выйдите, гимн на ХП дайте. Ой, не, всё. А нет, не всё ещё. Под мелизоной. Поставим метку. Добиваем. Еще один круг звезд. Ну, ДБР 2 минуты, я думаю. Не знаю, идеальный упал. И 55%. Че суровый переживает? Давайте пробуем с правой стороны. Играем возле босса. Сюда. Дальнюю справа добиваем. Звездочку поставил. И играем тупо по боссу. Кара. 50% ты 30% по тупо по боссу не вывезешь. Все, можно падать. Без идеального Карнеса мы пососем просто. Сейчас мы прибежим, бафнемся, уже 2 БР откатятся. У протеста будет 8 минут 7. Когда? Не знаю. У меня звезды постоянно, опять. Смотрите, 2 трая, по мне, на мне 3 звезды и по 7к лупят. Это кого? Карнес. Карнеса. Ты триньку одел? Да, у меня есть, я это... Как они тебя лупят, если мы их, типа, они исчезают за секунду? Не знаю. 50 на 50 и... отдаешь? Все отдаю. Ладно, хрипаты с пирексом, давайте поменяйтесь местами. Хрипаты дамаж, а пирекс танч. Хрипатого пробивает, он второй раз падает. Чекнуть надо с пекло. Ну там БТКшка стандартный. С воли мертвый. Ну, БТКшка что? Нет, я только тут экспериментирую. Ну сейчас ты прям получше. С танками он фоли. Все, не в флуге. Сори. Команда, я вам скажу так, что в целом мы приближаемся к
вот этой да, границы. Да, почти убили, сейчас уже хорошо, очень хорошо. Сейчас главное, чтобы меньше людей упало, и БРы, допустим, в каких-то важных шли. Да. Или вообще лучше, чтобы никто не падал. Хилы, самое главное, хилов спасти. Причем у нас, смотри, какое исцеление красивое. Откуда это такое? Ну, типа вот позиция 6-9. Три шамана и шипешка. По 300 тысяч, ну, по 200 тысяч. Это откуда у тебя? Это скады или что? А, скады. Это скады, да. Рисунок чехилить научилась. ГЦ. Это на передо мной просто выпендривается. Захерачим, соберемся. В одного Power Ranger. Не стыдно, что такую шляпу смотрели в детстве? Нет. Нет, ты чё? Чё, я чёрный? Power Ranger ты какой? Чё, погнали? По ДКшке дайте рибов. ССК дай. Пирекс, давай ты в танка, а рипат в этого, в ТТшку. Того самого. Да. Ну, его пробивают просто. Изука, сделай огурцы, пожалуйста. А, по пироксу баф дайте. Да, дайте баф. Туалетный утенок активный. Возьмите все огуречки. Бывает, спасает. Карниз, одень тритьку на хп вместо вот карниз. Этой. Вместо... Стыкните на языку, ребят. Карниз. Вместо этой, вместо мольбы. Да, я на хп фласку выпил. Это еще будет круче. Ты одень. Да не, ну слушай, ему сотку не терять. Пусть. Да похуй вообще это, ну, блядь. Карнес, переодевайся в протика. Будет 35 тысяч, не 37, нормально будет. Не очкуй, зато не сдох. Все, все готовы, давайте. Возле Лангриса играем вправо. Поставил метку. Все дайте по тычкой, кто там рядом. Берегитесь. Стоп, не добивайте. После кара. Звездочку поставил. Все забирать 3 секунды. Добиваем. Таунти. Вот мелизоны. Берегитесь. Кара, осторожно. После кара звездочку добиваем. Сыграйте по последней, я завожу в связи. Поставил звездочку. Добиваем. Я заберу. А. Давай я заберу. Кара. Играйте по боссу, я сам пока поиграю по звездам. Смотрите, сзади. У нас танк упал. Поднимите танк. А, не посплящитесь потом. Ну, блядь. По звезде доиграем. Звезда под мили зоной. Смотрим внимательно. Звезда к вам летит. Милики. Милики отбежали от звезды.
Разбегайтесь. Кара, разбежались? Доиграли по звезде. Звезды помогут мне. Дальнюю. Играйте по звезде. Кто все забирает? Забирай. За боссом. БРФ нету и танк мертвый. Можно падать. И карниз. Карниз, одень триня. Да нет у меня трини. А как нет, уже была у тебя, Юва же есть. Ну у меня тоже нету трини, но помогает же. Не знаю что. Мне-то там помогает, короче. Берегитесь. Да я статов теряю сильно. Да, да ладно тебе, ну чё ты, какие статы? Я тоже потерял 70 статы. Просто так совпадает, что вот вы звезду убиваете, и на меня сразу две стрелы летит. Я пытаюсь тебя снимать, но мне еще нужно при этом... Ну я вижу, что на тебя летят, но я не успеваю. А там... ты в миле стоишь? Да. Но они, у них есть этот, они, ну, не прямо издалека бьют, но они там, условно, 10 метров, они начинают по тебе стрелять. Если что, на них любые фигуры работают. Я просто лучше кидаю там, обычно. Ну, понятно, но я же говорю, на Корнес он даже вот был, ты его затан, дал ЛПшку, видимо, Корнес два раза стрельнул и перекинул назад. Сорвал, и он сорвал, да, я вижу, какой куча дрон. Ну ты на созвездии в себя пару костов, да? Хрипатый, нет, фирять типа гиблое дело. Там типа могут завести туда только ДКшники. Я не могу завести, я не могу ничего снять. То есть здесь по-хорошему просто таунтить нужно. Если в прошлом разу это было немножко проще делать, потому что Void метки ставил, я сейчас просто и метки ставлю, и заводить пытаюсь, и снимать с Корнеса. Ну, хотя бы снимать с Корнеса. Основная задача. Ты одень. 100 интеллекта, это ничего страшного. Будет 35 тысяч. Нормально. Тебе хватит на бой. Сколько там, 1500-2000 хп, еще нормально будет. Переживать начнешь. Лучше не переживай. Все хорошо. Это все лишь игра. Ну, мне кажется, это вот сейчас вот победный будет. Давайте, заходим, собрались силами. Шаманизм. Вы будете сдыхать? Да просто покурить надо перед траем, видео уже у них. Да не надо ничего курить, не надо курить. Нервы расшат. Он перекурить надо, он прав, иначе все хуже и хуже будет. Да нет, вы чё, сейчас, гоните. Давайте это делаем спокойненько, если что, но... Доказано. Все. Дон правильно сказал. Уважаю. Это мотивация. Все, на мужика давайте все «да» нажали. Увидел Дон и пошли курить. Да. Пока не убьете, не пойдете курить. Прям две можете потом скурить. Неделю будем ждать, курить, пока он дрейсится. Все, ладно. А, Пиркс. Все тут, все готовы. Если не проиграем, то выиграем. У меня нет сопрота, могу только на хпшку дать. Что на хпшку? У меня сопрота есть, вы. Что-то половина припота не пьет, ребят. Заметили? Я по-хитрому пью. Припота, блядь. Каску пополам можно? По-хорошему, по всем. Кто у нас там бафает каску? Все, спасибо. Готовимся с правой стороны. Начинаем играть по правой стороне. Метку поставил. Берегитесь. Сдайте мастер.
возле Миризоны звездочку поставил. Внимательно смотрим, милики. Звезда разрывается под боссом. За боссом. Готовься, забирай. После кары не добиваем пока. Просто все, стоп, 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 урон. Стоп, урон. Сама догорит. Декарнес упал. Ну, снова звезды. Я ничего не делаю. Мне уже бабл сразу отдавать на первом пуле. А что дальше будет? Стоп. Ты резвую корнец. Бежали, Кара. Играйте пока по боссу. Далеко, с правой стороны, далеко. Огонечек кинул. Спрятайся. Сейчас помираем. Его завели. Угу. Давай, что мало упало. Слушайте, а эти штуки ж ферряются, ребят, ну посмотрите. Они ферряются, но ферряются только созвездия белые, а ну, да. Темные ничего тут не делается. Там живые нужно, чтобы Корнесса не убила. Варчик может какой-нибудь. Да нет, ты понимаешь, их заводить нужно. Если они просто в холостую бегать будут, непонятно за куда это вот тоже. Ну, я сфера уже сколько раз заводил сферы. Ну, это просто, знаешь, это попадало, когда они там кучные стоят. Ну, так... тогда Корнесс умрет, окей. Не-не-не, да. Ферия да, нормально. Давайте перекур делаем сейчас. Кубов, ты тот? Ты не куришь? Я, да, у меня кальян рядом. А я с телефоном пойду курить на балкон. Да. У вас на слот есть, если что? Ну, нам надо убивать, короче, Алгалона, или я пойду в каре репу качать. Ты что, дурак, что ли? Какая нахуй кара? Вот так вот. Кубок, вроде нормальный парень. Хуй ничего несешь. Ну там у кого-то я уже видел 258 кольцо, я осуждаю. А ты видел моих 10 инков? Всех 258? Нет, они у меня все, просто у меня гараж просто из самых пиздатых персонажей. Найс, но я рогу сейчас еще докачаю, у меня тоже будет гараж. У меня рога, ретрик. Ну и типа 200, ну приближенный к 220 и выше. Это Рога, это Ретрик, это Хант, это Шаман, это Сова. Not bad. А где Сову? Не видел ни разу. Хранилище. Да ник у него такой. Ну да, но я просто вначале просто как банк его использовал. Но что-то пошло не так. Ладно, сейчас я отойду тогда, пока это перекур. Не-не-не, уходи, пожалуйста. Все, я ушел. Ну тут еще, наверное. Да, я здесь. Ну тут такая хуйня, короче, была. То есть ты вот в первую до кары взрываешь, да? Стараюсь. Мы не успеваем почему-то. Тут, я сейчас не знаю, уже третий пол подряд. Ну надо как-то, я не знаю, кого-то просить. Ну есть люди в рейде какие-то с головой, которые не только один-один могут босса нашимать? Нет, первую, кто рядом стоит с первой звездой, но я сейчас скажу, когда соберутся. Ты прям говори какого-то одного или двух людей, напиши им в ПМ, что ли, или просто как-то говори, помогите эту там звезду. Я себе в ПМ записать. Они там тычку дадут, просто это важно. Если ты будешь стопать на каре, оно, конечно, заебись стопать на каре, но вот ты до кары взрываешь, успевают отхилить, потому что там рейд под щитами. Потом кара. И вот между двумя карами две надо звезды успеть. Я понял. Ну мы будем стараться, но. А тут получилось долго били. Ну, одну убили, ладно, а вторую и стопнули, и там убили. Я понял. Ну ты то одно и то же по кругу крутишь. Я в целом понимаю, о чем ты говоришь. Ты должен что-то более интересное говорить, типа там позитивные вещи какие-то там. Улыбайтесь.
Все, я все, не знаю, все, что еще сказать. Ты напрягаешься, расслабься. Просто по-другому еще, ну, я не видел, чтобы как-то по-другому его убили. Только в Овергире разве можно по две звезды взрывать? Ну, мы планировали взять Skysong этот, Волыну, чтобы она, короче, умирала, а не этот. Она одна разбивалась. И Харнес, да. Байт. Изи. Ладно, все на добре, все позитивные, все покурили, давайте накуренные. Или рано. Я бегу. Идите, Симон. Дайте шкаф и присмотрите, пожалуйста, меня. Я придумал, короче, хорошую тактику. Сейчас заходим и убиваем. Как вам? Отлично. В общем, в целом неплохо. Ну да, в целом непроверенная стата, но вроде как говорят, работает. Кстати, 17 плюс 9 плюс 1,5 мог бы выжить карниз, если бы одел тринику. А так сдох. У тебя 25. Карнест, ПВПшный щит есть? У меня в любом случае этой трини нету. И идти делать сейчас время тратить тоже. Подожди, ради Карнеса возьми себе реально. Тупая идея, но может быть ПВПшных парочку вещей? У тебя кольца ПВПшные? Это ничего не решит. А там ХП дохуя. Да ну сколько там? 1500? Ну, 18 выносливости в кольце, по-моему. Параша. Ладно, извините. 180 хп это вообще. Ну, стринки 1500 будет. Или две. А, Кубов, можешь стримчик подрубить? Или Void кто-нибудь? Там просит в Дискорде. Шаманизм включил, все нормально. А чё у нас там? А, по... да, камешки сделали. Мак, если тебе не очень срочно, ты можешь просто мне почту отправлять. Ну, типа, напиши в письме, что хочешь. Я тебе сделаю. Да, так, он шаманизм. Это мимо. Лангриса нету хэйба. Лангриса я в домике, неутомимый. Айнон. Дуат. Если что, я через 5 минут подключусь, могу сам я пойти. Фласки перепейте, у кого заканчиваются сразу, когда будем пулять, проверите на себя. Рыба там есть? Рыба стоит, да. Стоит. Я на рыбе стоял. Два, почему ты так много фкашишь, блядь? Ну это пиздец, ребят. Ну, это ДК какие-то. Все такие Лангрис. Лангрис, все нормально на месте. Блин, нет, ты мимо, Эдуард. Кажется, ты в принципе в ПВП шкватился. Буду хилить в ПВП. Ты реально придешь в ПВП, красава, уважаю. Что происходит? Давайте мы его убьем. Дайте меньше ХП стал. А, без страха нет еще. А можете петов разбавить, пожалуйста? Кулак по роге. Каску помогу. Где у нас Дуат? Каску помогу. Паладин, фрау, набафай всем каски. Много на ком нету. Все на месте. Бэм. Это победный, ребят. Записывайте. Сейчас правую сыграют. Кару, Лангрис тоже поможете. Право играем возле Лангриса. Метку поставил. Играйте все, кто может. Пару тычек.
Отбежали от кара. Играем справа от босса. Метку поставил. За боссом. Внизу добиваем. Мастер ауров, фрау. Не, грумя. Звезду доигрываем. Созвездие забрал Скорнеса. Мэр, дайте, мэр, дайте, бойт, бойт, бойт. Ну все, пятый стак. Как ты кашку? Перед боссом слева. Фазовые забежали все. За боссом играем. Кара, отбежали. Бежали от кара, играем по ходу. Скай, ты будешь вставать? Играем возле босса. Осторожно, мили-зона. Танк, осторожно. Берегитесь. Не бейте, звезду не бейте. Играйте по боссу играйте. Сзади звезда. Поднимите рейд по ХП. Пиздец, блять. Ну я и встал. Ой, протесты еще, по-моему, есть. Берегите. Протест, дай по мне БР. Дон, первая пати ДК. Добиваем звезду. Протест, БР. Я ебу нахуй. Ебать, я. Ладно. Просто да. Все проебали. Боже, звезда. Кара, разбежались, мини-зона. Так, сейчас танк у вас пропадет. Весь рейд пропал уже, так что все. Да. Я не знаю, что-то, блядь. Да не надо было отправить никого курить, блядь. Вот тут, блядь, надавали, блядь, все расслабились слишком после перекура. ДКшники падают один за другим. В новые условия при наборе не курящих. Охерел? Да? Или Айкос. Ну может, да. Правда, у какого-то из трех шаманов хил аспек есть какой-нибудь? Хотя бы 20-й. Есть, может? У волка есть. Должен быть. Думаешь, там еще не хил нужен? Да я думаю спегнуть, типа, на танках, чтобы посидеть, потому что я не знаю, Корнес вроде бы это самое, но какой-то... Да, Корнеса не забирают, просто нужно с Корнеса, я не успеваю. Я даю таунт, я даю два выстрела, все равно куда-то он уходит. Я к тому, что, допустим, шамана спегнуть и посадить на хило, на танков. Чтобы он волну исцеления танков, потому что танки я хуй знает, он будет цепуху, волну, также и помощь будет. У кого там есть? Сейчас я на карнасе поставил луны, чтобы типа видеть, где он. Чтобы попасть с него в первую очередь снимать. Созвездие. А ты чего ты падаешь? Блин, гони какую-нибудь смерть свою. А посмотри ты в стойку случайно, не оставил какой-нибудь блат или... Чекнем. Черная дыра. Ну, взрыв 17 тысяч, это стандарт. Потом что? Обстрел. Два обстрела. 1,7800 и 1,8000. У нас на самом деле дохуя ДКшников, просто чё они могут уходить и грипать одно. И прям ровно в этот, в лужу закидывать сразу.
Парихаст, кстати, может быть есть на Алгалоне, но я не уверен. Нету. Когда первый раз я упал, это был просто не прохил. Если бы был у него парихаст, то мы бы падали с пула, блядь. Ну да, у меня мастерство 30 всего. Парихаст только у драконов. Когда он второй ключ пакет дает после парирования. Изука, Лангрис, поможете тогда по ближайшей сфере? И кто тут, Кару, все, кто стоят, вот угол. Право поможете. Играем по звезде. Помогайте всем, кто рядом. Больше урона. Берегитесь. Поднимите рейд. За боссом вторая. Убили. Топаем, сейчас кара будет. Отбежали медики. Зука, ну ты чё? Чест, дай мне БР. Нету БР, ни одного. Нету БР. Чёрт, пиздец. Падаем. Я просто смотрел наверх, поймал созвездие и пока бежал, зашел в кару. Стоп, хил у нас в танке нету. Чё за бред? В кару забежали? Не тяните время, быстренько падаем и по новой идем. Сейчас БРы будут, но на них сильно не ориентируйте все равно. А, что он ошибается что-то. На следующем КД, если пойдем, не знаю, успеем мы сделать волонтер или нет. Я к тому, что если на этом КД волонир не сделаем, то лучше давайте сначала волонир сделаем, а потом уже уголовно нападем. Не, на этом КД мы точно волонир сделаем. За Торима и Мимирона обычку закроем попасть. Да, это Торима и Мимирона обычка, там дальше два манекена. Ну типа это очень... Мы фулнет закроем. Вот надо было туда сначала идти, волонир делать. Был бы абсорб хотя бы от щитков у Ская. Да не, мы бы сейчас бы пошли, бы начали Торима траить, Мимирона бы траить, хуя. Так надо было просто сразу обычку бы, а да, потом бы подошли было, до сюда. Надо было быстро за час пронести их, за обычках и все. Обычки, да, нужно было принести. Потому что это большая... Я не верю, что, все, что все, нам все, типа да, так что? Сильно поможет волонер. Ну, очень сильно не помогает. Токсичные, все, перестаньте, улыбаемся. Ну вот у нас даже в самых больших, там сколько в трай было, 700 тысяч хила у шамана было. Так и, там типа, это 70 тысяч, это 70 тысяч абсорба, типа даже если бы это все было бы под волониром, да, естественно нет. И это 70 тысяч на весь рейд. Ну, как бы, может быть и сыграет большую роль, но сыграет, мне кажется. Сыграет. Говорим подготовительно долго, ребят, а не убийство. Убийство быстро. Подготавливать его долго. А Перес, давай ты первый начнем сейчас танчить. Я заберу. Ты позаводишь. Ч
что там хила какого аспекта шамана нет? Чтобы там, он по танкам мы... проиграл. Думаешь, не от этого вроде падаем? Думаешь, надо? Ну хз, я не... Мне кажется, нет, потому что ну, у нас шаманизм с левым шмотом. Валк у нас... Ну, валка может быть только если есть. Айнон спекнулся. А, ну, окей, хорошо. Так, подожди, Айнон с нами бегал, бил. Поменяйте уже. А, значит, шаманизм ты теперь играешь в эти звездочки. В метку. Ну, куда Невер играет, туда ты. Вон там звезду найди. Вон, я. И на тебя пока... Смотри, мы играем вот туда, куда огонёчек полетел. Ну, это первая будет звезда. В нее нам помогают ближайшие ребята играть. Эйп, ты готов? Ну, я готов. Угу, все, давайте. Напу на злой ник. Блять, его бы в пати к хилам, конечно, ну ладно. Танков поделили шаманы, надеюсь. Чтоб ни в одного щита питали. Играем за дом. Скай, перевесь щиток. Берегитесь. Стоп. Там мы типа без Гера били, да? Да, мы без Гера били. Давайте Геру. Везу, доигрываем. Забираю мушки. Далеко. Поставил. Берегитесь. Кара. Внимательно смотрим на Кару. Везу, добиваем. Забрался со звезды. Везу, сыграйте. Будем туда заходить. Быстрее добейте, 2 секунды. Отбежали от кары. Танки. Перед боссом. Да. Перед боссом. Показываю. Не бьем звезду. От звезды отбежали. Играйте по звезде. Звезду сыграли. С обратной стороны. Добиваем. Не бьем пока. Отбежали, кара. Мелизона, осторожно, звезда. Мелизона, смотрим внимательно. С правой стороны. Господи. Спаси и сохрани. Главное, БР не отдали, это хорошо. Хрипатый сдох. Нормально было все, но звезду где-то проебали. Там сзади одна умирала, и Мелизона появилась. Ну, может, я увидел, когда рейд типа в этот момент упал. Вот именно про это и говорится, что вот если темп сохраняешь, вот как я говорил, типа. Вот между двумя карами, первой и второй, две звезды попробуй взорвать. Прям ты это говоришь, ты же говоришь. Ну я понимаю, что слушай, это очевидные вещи. Ну блять, ну не можем мы про туннели. Ну если так, не можем, ну значит какого-то ДПСера поставь другого, ну я не знаю, более бурстого. Зачем ты добил. Шаманизм, зачем ты добил эту звезду? Играй в ту, которую ставит на верметочку. Вот скажем, Изука, вот забери его с боссом, мы и так убьем все нормально, просто забери, потому что он бурстовый дестрик, он будет по звездам играть, что пиздец, он еще и по боссу будет хуярить, жертвенный поддерживать хотя бы. Забери Изука вместо какого-то слабого, потому что не хватает бурста им. Потому что, блять, ну, я тоже, понимаете, я пришел на этого босса и порасслаблялся за ДПСера. А здесь самая работа, это бить звезды, их надо сделать. Играть надо не в то, что лоу ХП, а чтобы они умирали по очереди.
Потому что взрываются, они наносят 12 тысяч урона по рейду, если. Вот, поэтому играй просто в звездочку. И Зука, давай тогда ты тоже на месте... Не тоже, а вместо кого-то. Вместо кого-то, кто меня... Коните по звездам, кто сейчас за этот трайк. Кто там меньше всего хуярит? Чтобы Неверу было проще, потому что он, блядь, и таунтит, и всю эту хуйню делает. Ну-ка, чё там? Да ну нахуй. Вот вместо Кару вот этого, пускай он, блядь, на боссе чилит, а Изука хуярит. Так, чтоб шуба заворачивалась. И тогда будет нормально. Кару тоже такой же дестрик. Ну ладно, давай, Изука с Карой менять. А может им просто Айспарин почему вообще не бьет? Исполин не бьет, да? Вот, вот наверное, из-за того, что Исполин хуй забьет. Ребята, вы че? Ну, он пока разгонится, охуеете. В смысле? А, ну хорошо, тогда вот вместо ШП, вместо Исполина и звезд играет теперь Изука. Пиздец. Ребята, вылетел. Вот почему. Когда поиграете, тогда будете знать, почему. Я видео тебе могу предоставить. По 200, по 300 тысяч. Вы не заебались играть? Нет, не заебались. Понял. Ты просто отмазки сейчас делал. Тебя поставили сферы бить, ты 60 тысяч нанес. Это не серьезно. Ты не понимаешь тактику? Вот это ШП ожидает. ШП не бустовое. Ладно, все. Ладно, все. Не важно, это не важно. Ты просто забил. Вместо Исполина... Все, ладно. Ой, блядь, завязывай. Вместо Исполина играет в звезды без окон. Исполин просто на боссе, туннель. Все, хрипаты здесь. Пошлите. Ну слушай, Изука, кстати, много бьет. Может быть, Зоркова поставить, у него там в целом-то поддерживать, черт боссе не надо. И еще больше бьет. Ну, вспышка, и этот и стрелы у него, да. Просто разжаться. Не, пусть Изука будет. Все, не вопрос. Если что, он не в Дисе. А, кстати, да. Ну я ему написал, типа. Красава. На Нигера надо напомнить. Ой, да, да. Не говори такие ники. Это не Пирекс. Это Нигер. Сейчас Герой доможем. Отлично. Слава, играем. Больше урона по звезде. Берегитесь. Добили. Мастер аур дайте. Сзади играем. Возле Мелизона еще одну забиваем сразу. Давайте, должны успеть 8 секунд. Собрал. Добиваем. Карм. Здесь стресс из Зоркова. Я СПР по Зоркову. А дальше. Нет. Играйте пока по боссу. Кара, отошли. Протест БР по Зоркову. Возле босса. Да, резко. Не играйте по звезде, Подожди. А, все, хорошо, отлично. Отошли. Мы спрятались. Прохиливайте Рей здесь в портале. Выйдешь сразу, забери босса. Кар. Возле босса звезда. Пизда, блядь. Ну, блядь, с Изука невозможно без этого. А чё? Последний. Здесь... Выбежали. Кара, отошли. Всё, БРов нет. Идеально лежит.
Пробуем, ладно, пробуем. Ничего страшного. На звезду играем. Стопните, стопните, стопните ДПС. Стопните ДПС по звезде. После кары взорвем ее. Там один звук просто будет бить. Выбежали с кары. Поднимите рейд по ХП. Следующую играем звезду. Гимна ХП сейчас отдадите. А давайте гимна ХП исполин. Скайсонг, отойди. Ну, Скайсонг. Последнюю добиваем, играем по боссу. Под да, нет, ты еще умер, да? Ну все, да, все, все, падаем. На чем? Нет, нет, Изука не вариант, это пиздец, но он просто... Ну, Зуркова, Зуркова тогда, раз он писит. Зурки адекватный да. Челик. Не, ну, блин. Изука сейчас просто, да, положил пару человек вот так вот. Все стопнули, а смотрю, бля, там летят эти фаер-хуйни, блядь. Испепеление, блядь, во все стороны. У нас эти ластрай, мы должны убивать его. 10 минут осталось. Написали Изука, что он играет по боссу теперь просто? Угу. Блядь, а что тут твой, понятно. ИПР только один сейчас в идеальном. Но на другого выбора нету. Пока бежим, уже ребафайтесь там. Всякого накидываете. Не, ну в любом случае бафусь на бафусь, один трай остался. Да, ну, у нас есть страшного, не опускайте руки. Знаете, сколько, идем. Блядь, на ластраях убивали? Ну, сколько, расскажи. Да я вообще по целом по Вову. Так что все, не хейте, все нормально, собрались. У нас это все я, там... Нет, так я говорю, что, типа, торопиться особо не стоит. Нам нужно успеть запулить его, чтобы он, не дай бог, не коснул хуйню. Все, кто забафнулся, идем вперед. Кто покушал. У нас Вовбро отстает, сейчас я на аспекте встречу. Господи, а, блядь, что это? Ну, что вы делаете, ребят? Это пиздец, ну правда. О. Что, я тут при чем? Кто это сделал? Я понятия не имею. Твой негр показывает 604 тысячи по боссу. Да, вот это сейчас он. Да. У нас есть шкаф? Ставьте шкаф, сумоньте нас. Сейчас уберите снова, сначала вайпнитесь, чтобы босс выйдется. Спиной встаньте, босс. Не хильте ничего, да, и зайдите в этот, или разбейте все дырки одновременно. Но он все равно шотнул. Ставить нечего. Бля, сейчас даже. Давайте сейчас оперативно бежим. Блядь. Зато БР есть. Да нет, опять нету. Не откатится уже, когда босс будет умирать, блять. Ну все нормально, значит нас. Значит, у нас все шансы его убить. А, Кубов, СС на Войда. Кару в идеального. Давайте, кто там, блядь, ТП так долго делает? Будет прикол, если у него останется там процента 2, блядь, он телепортнется нахуй. А, он нас вайпнет. А, он типа вайпает, да, есть пару минут? Ну, 5 минут он, по-моему, у него время до этого. Бля, мне кажется, мы не успеем, типа. Да успеем, успеем. Все нормально, успеем. Разогнались. Блядь, хочет хейтить, блядь, все нормально. Я не хейчу, типа. Все, не по кайфу, типа.
Мы просто можем сейчас быстро все поели рыбу и сразу же забегаем. Как только ставят. На ходу бафаемся. Кто готов, выбегайте сразу. Рыбу только доели, появилась в бафах, побежали вперед. На ходу бафа раздайте. Ставь ДБМ пул уже. Бля, понятно, ладно, так что. Похуй, похуй, нормально. На пирексе. На пул. Правую сейчас сыграем. Зорки, ты с нами. Я понял. Подожди. Вот комет вставил. Возле тебя, возле тебя будет. Берегитесь. Забили. За боссом играем сейчас. Убиваем. Справа от босса. В комбинезоне, который едет. Звезду играем. Помогите кто-нибудь, вот он рядом. Зор. А. Все хорошо. Играем. Играйте по боссу. Играйте по боссу. Я сам добью. Миля. По боссу играйте все. Осторожно, звезда сейчас взорвется. Созвездие забрал. Вставалка есть, Кай? Да. Сейчас. Справа смотрим, справа стороны. Кинул огонек. Уже одна. Играйте пока что по боссу. Перейдите все сюда. Кто там далеко? Шаманы. Собираем. Кара, разбежались. Начинаем без звезду. Следующую бьем. Гимн на ХП дайте. КД. Лакас. КД. Под мили зона сейчас. Осторожно. Кары. Дайте еще гимн на ХП. Под боссом дыра. Ответи боссом. Осторожно, последний добиваем. Играем по звезде. Все, забираем. Берегитесь. Кара. В другую кару прибежали. По звезде играем. Возле мили зона, осторожно. Осторожно, мили зона. Я делаю то, что должен. Последний добиваем, играем по боссу. Не паты. Да какой, блядь, до конца играем. Берегитесь. Забежали. Сейчас теряйте звезды. Идеальный. Я Корнеса поднимал. Да зачем, блин? Не, Корнес надо был. У нас есть еще не вопрос. Сейчас появился протест по ХД. БР мини. Звезду сыграли сзади. Не, все. Танк портал отправил. Я заберу. Бля, вилки КД. Пизда. Не, в следующий раз просто нахуй вот эту хуйню, блядь, с перекурами, блядь, на Алгалоне. Вот до Алгалона, блядь, стали, покурили на Алгалон, зашли уже все, вот так. И до конца. Сколько времени, столько времени. Ну это ж не в перекуры делать. Да я тебе говорю, просто вот первый пул после перекура, пизда. Считай, один перекур, это один трай. Ну да. Ну, если честно смотреть. А у нас в этом дело, блядь, за два часа, типа... Косячим. Не в одном трае дело лишнего, да, конечно. Да. Да все равно, типа, ну не знаю, люди все равно расслабились, это перекур, это один трай, плюс второй трай, он уже был косячный, блядь, все на расслабоне были. Ваше время.
Ладно, в пизду сейчас, блядь, нахуй убьем, блядь, Торима, мужики, блядь. В обычке, да? В обычечке.